Всем привет, друзья! С вами сегодня Тури. Давненько мы не делали обзоров по авианосцам. Пора изменить эту устоявшуюся традицию. Сегодня у нас в гостях тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Самый настоящий советский авианосец, единственный, находящийся сейчас в строю. Сейчас мы выкатим его в каноничной сборке, а потом попробуем что-то поменять и посмотрим, чем этот корабль хорош. Начнем сначала с ботов, ну а потом уже разберемся, что у него есть из плюсов и минусов. Просто для начала немножко экшена, друзья. Кстати, если вы хотите начать играть в игру Modern Warships, для этого есть у вас полная возможность. Внизу будет специальный кодик, инвайт, называется он Hello Tour, регистрируется новый аккаунт, вводите этот промик и получаете целую кучу всего себе на аккаунт. Господи, как же громко. Так, мы с вами даем первый засвет и пытаемся сейчас разобрать вражеские вертолеты. Оп, давай. Еще вертолет. Избавляемся от вражеских вертолетов. Хорошо. Зачистили вертолеты противника. И идем прямо на ремонт. Пытаемся дойти до ремонта. Так, сейчас посмотрим, получится, не получится. Но тем временем переключаемся на штурмовики. И сейчас мы еще немножко нанесем урона со штурма. Блин, ракеты неуправляемые, поэтому Турямбыч, конечно же, что правильно, промахивается. Давайте попробуем еще дать чуть-чуть дамажки. Это у нас Су-34, штурмовик в данном случае, в штурмовой сборке. Сейчас мы немножко его перезарядим и вернемся еще разок для того, чтобы урончика нанести. Есть, перезарядили мы. Очень красивый он снизу, такой голубой-голубой штурмовичок. Наберем высоту и попробуем сейчас добить. Смотри, вон вражеский корабль. Так, Кайодулю, давай, пока. Давай, до свидания. Так, поворачивай. Блин, не получилось у меня повернуть. Немножко, конечно, проблемы на эмуляторе с управлением. Чё тут греха таить, сложновато. И сбрасываем бомбу. И уходим. Так, сейчас я отправлю его на перезарядку. Надеюсь, что он перезаряется. Ну а мы с вами сейчас попробуем использовать ракеты и бомбометы, которые есть у нас здесь на борту. Корабль, кстати, вооруженный, недаром это ракетный крейсер, все-таки это не просто так какой-то там авианосец. И давайте по вражескому эсминцу открываем огонь. Ракеты Оникс у нас на борту. Сдаем хилку. Сзади меня преследует еще какой-то один корабль. Торпеда. Подождите, я против торпеды. Не надо торпеды. Сдаем полный вперед. Уже не средний, уже прям полный. Вперед! За родину! Так, пытаемся уничтожить вражескую кураму. Немножко остается. Отстреливаем ловушки, давай, вперед! Заканчиваются у меня бомбометные. Да, отлично, есть минус, но получим мы все-таки одну. Похоже, здесь... Забрали мы одну бомбу и можем еще раз выпустить ракету Оникс, что, собственно, и делаем. И наши штурмовики сейчас будут разбираться с вражеским бризом. Нет у меня больше бомб, у меня есть еще ракеты. Бомбометы закончились. А, нет, у нас есть еще немножко, да, возможность. Мы, наверное, все-таки потратим на вражеский корабль. Сбросим сейчас ракету. Давай еще немножко. Еще чуть-чуть. Работает наше ПВО.
Так, минус, друзья. Отлично, остается только вражеский авианосец у нас один на один. Ну что ж, давайте попробуем, где тут находится наш... Где тут находится наш взвод авиации. Даем еще залп. И еще немного, еще чуть-чуть. Бомбочку ему. Все, подсунули, готово. Готово! Фу, потненький бой получился. 400 тысяч дамаги нанесено у нас Кузе. Давайте посмотрим, какие у нас здесь вооружения стоят. Ну, как я сказал, что мы начнем с каноничных. И ракеты П-800 «Оникс», собственно, естественно, на ракетном крейсере они должны быть. Они здесь присутствуют. РБУ-6000, советская. Штурмовики Су-34Фен, сейчас одни из лучших штурмовиков бесплатных на своем уровне. МиГ-29 истребитель, К-52 «Аллигатор» в качестве вертолета и 8 ПВО «Кортик». Очень прилично выглядят здесь ПВОшки. Но давайте попробуем немножко пересобрать нашего Кузю. Так, ну что, вжух и вы в танцах, как говорится. Меняем вооружение на следующее. Берем новые новомодные ракеты GL-1. Это первая атомная ракета, доступная всем пользователям на втором тире. И, конечно же, я и воспользуюсь. Берем китайский гранатомет 122 мм. Мой любимый Thunderbolt. Я очень люблю этот штурмовик. Я бы не сказал, что он прям сильно выигрывает у Су-34. Но мне он очень нравится. Конечно, звук автопушки там чумачечий. Т-4 берем маленький легкий истребитель Японии, просто он трендовый. Берем вертолет С-97 Raider, редкий верт, и ставим сюда голдовое ПВО Голкипер. Кстати, друзья, кто правильно ответит на вопрос, один из счастливчиков получит себе точно такой же набор на аккаунт всех вот этих вот историй, в том числе адмирала Кузнецова за компанию. Поэтому смотрите внимательно. Как говорится, не переключайтесь. Давайте слетаем сейчас еще в один тестовый бой и поглядим, что показывает Кузнецов в такой вот сборке. Будет ли он интереснее играться, или же все-таки каноничная, так сказать, советская сборка выглядит интереснее. Что касается самого по себе набора вооружений, я бы не сказал, что отличается как-то этот маленький ястреб, но он чуть-чуть поманеврнее, чем советский МиГ, самую капельку. Ну и, в общем, наверное, это все. Пытаемся сейчас сбить вражеские вертолеты, вражеские самолеты. Так, маневрируем, маневрируем. Все, не доманеврировали. Ну ладно, подождем пока, покуда они там откадешатся. Ну а мы с вами сейчас потихонечку будем атаковать. Не достаю я до туда. Потихонечку будем с вами сейчас атаковать вражеские корабли. Достаем уже, да? Сбивает меня один из наших самолетов. И мы убегаем, убегаем, помогите, помогите, помогите. Вроде удалось. Давайте попробуем вот сюда пролезть. Получится у меня, да, получилось. Нормально, надеюсь, что все преследующие меня ракеты либо ушли в ловушки, либо же мы их все-таки сбросили с хвоста. Попробуем сейчас перезарядиться и заодно запустим истребитель. Давайте посмотрим, как работает наша атомная ракета. Получится у нас ее пристроить. Ну и можем чуть-чуть немножко уже передвинуться, я думаю. Не удается, по-моему. А, нет, удается, ведь ракета зашла. Зашла ракета. Мы сейчас немножко передвинемся, потому что слева на меня выходит уже вражеский крейсер. О, еще одна. Еще одна ядерка сработала. Так. Бежим! Там уже прям как-то больно мне приходится. Сейчас надеюсь, что мы сможем удрать от этого корабля. Ну, естественно,
в рандоме будет чуть сложнее эту ядерку применить, но вот в такой, в принципе, позиции можно. Давай еще. Так, и давай, добивай. Не удалось его добить. Есть... Нет здесь, к сожалению, противоминного калибра, ну, который мог бы мне помочь в этом плане. Ну, надеюсь, что удастся мне его прикончить здесь. Давай, добираем. Торпеды под нами. Отлично. Так, все, этого мы сейчас должны разбирать, гражданина. Это недобитый Свияжск, которого мы... Ого, смотрите, как ядерка взорвалась прям. Вертолет у нас должен сейчас вон очень хорошо, как видите, Invictus стреляет по... не удается попасть Свияжску по моему вертолету, к счастью. Так, ближний бой, вперед. Есть еще попадание. Давай. Давай его, успеем. Блин, ушел он все-таки за горку. А рядом, кстати, еще какой-то корабль у нас. Это... Ой-ой-ой-ой, это очень опасно. Это Пантелеев. Пантелеев — это худшее, с чем мы могли бы здесь встретиться. А прикол заключается, кстати, в том, что, как видите, даже при попадании ядерки рядом с вражеским кораблем, даже если он не вовремя успевает ее сбить, все равно ему наносится тот или иной урон. Вот, как видите, ну да, небольшой успевает все-таки сбросить. Не пойдем вперед пока что. Попробуем еще раз попасть. Конечно, здесь бы хотелось иметь какую-то никакую автопушечку, но и ладно, без автопушки тоже мы справляемся. Так, авианосец вражеский у нас в видимости, и попробуем сейчас продолжить работу уже с нашими, с нашей авиацией. Что она сможет здесь сделать и сможет ли что? У нас, к сожалению, мало остается уже самолетов, но какую-то часть, да, какую-то часть урона удается мне пристроить. Пробуем сейчас все-таки удрать. Вроде как бы удается мне пройти последний самолет. У нас, не знаю, есть ли у нас еще запас по авиации. Остается какой-то эсминец или подлодка у противника. Пытаемся сейчас зарядиться. Не знаю, мало остается, конечно, очков. Нет, уже ничего не получится у нас здесь делать. Но что ж, переключимся на истребитель тогда и попытаемся обнаружить вражескую цель. Вот она. Ничего особо с истребителем мы ему сделать, конечно, не сможем. Но, может быть, чуть-чуть постреляем. Так. Чуть-чуть домашки все-таки сделаем. Оно лучше, чем ничего. Перезарядилась наша пушка. Нужно чуть-чуть побольше брать радиус. Сейчас попробуем еще разок развернуться. Сбрасываем ракету с хвоста и... Пробуем попасть. Да, еще немного удалось нам сделать. Но что, не получается у нас Тандерболтов здесь перезарядить? Похоже, что, может быть, все-таки получится. Давайте. О, полный взвод, полный отряд Тандерболтов вылетает. Погнали. Погнали, друзья. Надо разобрать этого нахала. Сейчас попробуем зайти вот отсюда. Ну и надеюсь, что у нас получится его все-таки, ну еще, может быть, и торпеду, ой, бомбу, то есть, пристроить. Нет, бомбу не получилось. Рядом попала она. Ну, попробуем еще раз все-таки дать ему, может быть, торпедой, в смысле, ракетой. И, может быть, сейчас еще с одного разворота получится дать ему пушкой. Сбрасываем мы все, что у нас там находилось неприятного от противника. И попробуем еще ракету пристроить. Давай! И вот так, хорошо. Еще и пушечки немножко.
удается нам пристроить очень красивый здесь проход. Так, давайте попробуем еще немного ракет. Вроде сейчас получится у нас, да, еще одну ракету пристроить. И давайте огонь. Ну и все, в общем, здесь уже можно пытаться добраться до нашего авианосца, чтобы... А, да, мы, кстати, можем здесь и починиться. У нас накопилось достаточно очков. В общем-то, все, отлично. Живы-здоровы. Можем возвращаться и делать больно. Маневренность, конечно, так себе здесь, прямо скажем. Так, попробуем с пушки. По-другому у нас не получится. И сейчас еще один разворот, и заход будет. Притормозим. Пробуем попасть. Давай! За угол он заходит. Но я надеюсь, что там авианосец сейчас ему тоже может какое-то количество урона еще прописать. Нет? Да, очень он маневрирует, конечно, около кустов. Давайте еще один разворот. И... Отстань. Ну и... Давай! Фух. Это было долго, но мы справились. Да, здесь дамаги мы нашли еще больше. 536 тысяч, в принципе... мне все очень понравилось. Ну и давайте скатаемся в обычный бой. Посмотрим, как там уже воюет наш с вами Кузя. Каменистый канал, карта. Здесь, конечно, уже будет немножко поопасней. Я думаю, что мы сейчас попытаемся. Возможно. Давайте сначала попробуем сейчас кого-то засветить. Посмотрим, насколько у нас это получится, а потом уже будем принимать решение о том, как именно будем мы атаковать и будем ли кого-либо вообще атаковать. Так, видим мы корабли противника. Сейчас попытаемся избавиться от вражеской авиации чуть-чуть. Есть вроде бы чуточку. Ну и я думаю, что можно уже отправлять его на перезарядку, потому что по-другому здесь у нас ничего сделать уже не получится. Пока что не достаем мы до туда. Чуть-чуть даем домашки вражескому бризу. Еще один заход. Ну и пробуем сейчас пристроить бомбу и удрать отсюда. Так, полный назад. На перезарядку. Мы сейчас тем временем попробуем пристроить ракету. Может быть, у нас это получится. Это как раз тот самый бриз, который на нас и нападал. Получится? Да, походу ракета таки долетит. Есть попадание. И это минус. Нет, я, наверное, все-таки назад лучше отправлюсь, я так думаю. Так, ребята, у нас там не перезарядились, получается. Ага, наши штурмы перезарядились. Сейчас мы их и используем. Я вижу, кстати, вражеский авианосец. Ну и надо попробовать вот это вот... может, фиолетового господина. Хотя, мне кажется, сейчас, наверное, интереснее будет именно вот этого авика разобрать. Попытаться... Шандуня как раз, кстати. Почему как раз, вы узнаете позже. Все, есть. Уничтожен вражеский корабль. У нас остается еще бомба здесь. Ну, пристроить бомбы непростая задача, честно скажу. Но будем с вами пытаться. Так, бомбу вроде сбросили. Дальше у нас немного мы сюда накидаем. И, наверное, сейчас попытаемся с вами опять отправиться на перезарядку. Здесь
никак не хочет перезаряжаться наш с вами ястреб. Не знаю почему, кстати, мог бы уже и перезарядиться все-таки. Почему? Почему не зарядиться, если можешь? Можешь зарядиться, зарядись. Давай посмотрим, есть еще какие-то... Да, есть еще кое-какая авиация здесь. Почему бы от нее не избавиться? Не нужно авиацию, нужно уничтожать. Фу, вот так вот уже. Вот так вот уже хорошо. А теперь наша задача с вами пережить вот это вот все. А, у нас остался последний авианосец наш. Поэтому нам сейчас с вами будет очень-очень больно. Ну и ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Давайте. Не получается у голкипера сбить все. Ну, мы будем стрелять по вражескому дунку, но может быть нам повезет сейчас избавиться от ракет. Вот одна все-таки зашла. Так, а где наши самолеты-то? Че они там ничего не делают? А ну марш работать. Давай, свети. Свети. Нужен свет. А как же, да, иначе никак. Не успею я, к сожалению, походу перезарядить. Сбивает более-менее, но не сказать, что прям охотно. Не особо охотно сбивает. Остается у нас совсем немножко хитпоинтов. Ну что, попробуем. Попробуем еще немножко пристроить по Дункану вражескому. Invictus спускает, кстати, торпеды, что, в общем, очень приятно. Ну и на этом все. Меня, кстати, не видно сейчас, что самое интересное. Да, меня-то, кстати, и не видно. Мне за свет авианосец. Че себе. Так, а что это мы не заряжаемся, скажи мне? Не осталось очков, что ли? Да нет, кстати, полные очки перезарядки. Вот это да. Как же так? Ну-ка. Марш заряжаться. Марш заряжаться. Давай. Все. Завалили меня. Да, немножко подвели меня штурмовики, но тем не менее 270 тысяч мы настреляли, и команда, к сожалению, отправилась в порт. В общем и целом, мне понравилась и стоковая версия. Мне, кстати, даже голкипер, наверное, немножко меньше понравилась, чем наши советские кортики, по-моему, там стояли. Ну что ж, давайте теперь немножко за розыгрыш. Так, ну что ж, мы с вами сейчас будем подводить итоги предыдущего розыгрыша. 5 кораблей CN Type 076 получают вот эти вот прекрасные ребята. Надеюсь, вам их более-менее хорошо видно. Поздравляю, вы получаете себе эти корабли в порт. 5 случайных комментариев. Ну, а получит у нас в этот раз приз тот, ну, один из тех, точнее, кто правильно напишет, какой корабль из кубиков я собирал где-то, по-моему, ну, весной. Да, у нас был обзор на официальном канале. И там использовался один из кораблей, который есть в игре. И я собирал его из кубиков. Напишите, какой корабль, и свой игровой ID тоже не забудьте. Вот один из вас получит в таком вот полностью наборе корабль «Адмирал Кузнецов» к себе на аккаунт. И напоминаю, что если вы хотите присоединиться к игре, зарегистрируйте новый аккаунт, пишите в промокодах вот здесь, вот, вот он промокод, пишите HELLOTURI и получаете плюшки себе на аккаунт. Ну, у меня он не заюзается, потому что у меня аккаунт не новый. Все, с вами Турембыч, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо всем за просмотр. Увидимся, до новых встреч, пока-пока.